вот мое прямое включение начинается специально для Рошана. Потому что она очень часто выходит в эфир, а мы слишком редко. Особенно вчера. Без Иришки, конечно, не так весело. Вот. Но, тем не менее, я не должна останавливаться на достигнутом. Неудобно. Да неудобно, что неудобно-то? Нормально. Я на заправку еду. Здрасте, Дизель. М? Угу. Знакомство с мужчинами. Интересный такой вопрос. Типа, у меня их много. В смысле всегда? Вчера была, везде нет. Тут очередь. Насыпь, что я? Нет, бибикрем не наша. Биби-крем. Ты пользуешься биби-кремом? Такой тип, который подстраивается под твой тон кожи. Такой булшит, разводка. Пользуешься биби-кремом? Такой тип, который подстраивается под твой тон кожи. Такой булшит, разводка. Мне тоже кажется, умный крем. У Светланы, может быть, и есть. Могу дать контакты, уже дальше. У Живанши прозрачная есть, написано. Л'Окситан хороший косметик. А, Л'Окситан мне не нравится. Дочка сейчас с няней. Сейчас зайдем, посмотрим пудру, да? Прозрачно. Здесь же есть какие-то магазины? Да. Ну, не в МАК, конечно. Я в МАК не хочу. Угу. Тони Моли. Что такое Тони Моли? Что-то знакомое. Корейский. Я поняла. У меня есть яйцо, скраб такой какой-то, он горячий становится. И какой-то крем, знаешь, как коричневый с белым. Но он вкусный пахнет, но я его эффект так и не поняла. Я даже не поняла вообще, что с ним надо делать.
сколько раз, я не знаю сколько. Нет, у меня есть сейчас на лице, почему у меня глаза накрашены, румяшки. Румяшки. Ин, все ждут это интервью. Интервью. Почему? Инна говорит, что она не готова для интервью. Пользуюсь. Я решаю горькую ситуацию с моим капотом, который мы сегодня поцарапали ключом. А что ты хочешь сделать? Покрасить капот. Да это 3 секунды тебе сейчас чик-чик-чик место. Нет, мне сказали, что нужно скрасить капот. А что у тебя там за царапина? Сейчас покажу. Почему? Не, не надо весь, ты гонишь? А может и весь, это все равно без разницы, весь или не весь. Ну. Просто он будет сохнуть один день. Нет, 3. А почему 3? Я один раз делала, у меня сохнет. Румяна, у меня Армани, и Армани цвет первый, и Бобби Браун Аруба. Нет, я не готовилась к беременности. Сухим шампунем пользуюсь, да. Ну, она прям даже резко. Мне кажется, ее можешь шлифануть и покрасить место. Она прям такая дырка. Что за люди больные вообще? Я не понимаю людей, которые вот проходят мимо и царапают машину. Я тоже не понимаю. Больные это реально. Ладно бы им, я даже когда-то сюда пришла. Быстро. Тени, я уже говорила, Urban Decay, палетка Naked. Такие вопросы, знаешь, всегда. По кругу. Дебильнейшие. Ну ладно. Ты выпиши пост в Инстаграм. Отвечаю, выпиши я скоро, наверное, скоро сделаю, выпишу все, что у меня есть, чем я пользуюсь. Тренировки у меня кардио 40 минут и небольшие там гирьки на руки, то есть растяжка и пресс, все. Ресторан в Майами, Макото. У нас каждый свой. А у тебя какой любимый? Смотря для чего. Ну вот именно, понимаешь, ты так и не скажешь одним словом. Макото я не могу, ну как бы так. Я очень люблю. Я знаю. Ты мне болезнь моя. А я нет, кстати, я как очень-очень. Но если так вот, то для туризма, наверное... Во сколько в 16 лет? Part&G. Если вот просто она... Part&G для туристов, да. А мы ходили, ходила еще туда с девчонками вот сейчас недавно. Я их водила, там прилетали, которые из Парижа, девочка. Которые... Угу. Если так вот, чтобы посмотреть, или там в Джуве, такое... Как бы ты назвала свою яхту? Как бы ты назвала свою яхту? Сильвундия. Сильвундия Круз. Я думаю, что тебе уже подарили бы яхту с именем. Не, сама купила. Ну, так хорошо. Просто наконец-то. Светлетка пошла покупать свою яхту. Назвала ее наконец-то. Опять не вышло. У тебя появился новый парень. Да, у меня появился новый парень, его зовут Инна. Мы иногда встречаемся. Вот у меня сейчас какой-то маникюр. Очень красивый, кстати. Ой, спасибо. Мне пишут, у тебя лицо поплыло или оттекло, непонятно. На самом деле, я считаю, что это все последствия перелетов. Поэтому немножко сильно себе. Потому что организм долго перестраивается из-за своей. Кушай суп. Не могу говорить, где я делаю маникюр. Есть несколько мест. Том Ям. Что у меня? Уже? Да, в ту? В ту точно, в ту нет. Назад нет. Назад не будет, куда только будет. Поедем сейчас уже, потому что у меня завтра же благотворительный этот детский. Вкусные роллы где в Москве? Ты же спрашиваешь, на Москве есть. Ты знаешь, Аманда? Много. Нет, в Новгород. А, в этом, наверное. В Новгород не очень. Нет. Ну, мы там не были еще.
Фу, масава. Вкусные роллы. Фу, масава. Масава? В черно-белом платье. Не знаю, что это за черно-белое платье. Да, куска мёртвая. Вообще их можно каждый... Его можно вообще постоянно просто наносить, да и все. Спрей для волос, как водичка, он вкусно так пахнет. Классно. Да. В этот момент я прям радуюсь, знаешь. Русский реп? А евро 70? Нет, наверное, нет. Он всегда туда-сюда, обратно. Нет, не накручиваю. Волосы накручиваешь на праздник. Ногти. Не знаем, где будем Новый год. Сильве больше нравится в Майами. Но это и понятно, в принципе. Лаптяк, рукава на плечах как-то. Не поняла, что это за платье такое у меня. Черно-белое. Что-то не знаю. Часто видим суп отстойно, если честно. Ухо. Как проводишь время с мужем? Не знаю, по-разному всегда. Такой странный вопрос. Ну что, не будем лучше об этом. А что это? Колян? Да. Ты куда пошла-то? В туалет? А. Не тусю нигде. Хватит на хате. Да, у нас. Хватит на хате. Никуда не ходим. Талика, не знаю, помогает для роста ресниц или нет. Помогает, если ей мазаться постоянно. Полгода назад. Что за платье-то, блин? В Москве? Нет, не говорит, почему он должен говорить. Продам гараж. Гараж не нужен? Мне писали, даже на гараж продам гараж. Ну, тоже карта. А хотя нет. Почему? Как у нас там? Да, у нас вообще круто. А, не, мы лучше карты. Так, $20. Просто. Как раз А ты помнишь, что он поспеем вот этот, который там? Почти нигде он не поспеет. Нельзя поспеть. На парковках некоторых. Знаешь, когда выезжаешь, например, со времена года. Со времен года. И то. Через раз, да? Это через раз. Девушка, можно нас рассчитать? Можно поламывать, да? Куска Мёрфи просто увлажняет, ничего не делает для волос. Что ты за алкоголь любишь в ресторанчиках пить? Инна не пьет, я не пью, мы не пьем. Мы не такие. 24, да, получается? Нет, у Муса выбежала, его сбила машина. Сколько раз в жизни любила, они такие, подытожить решили, подытожить мою жизнь. Сколько раз в жизни любила. Это моя была карта вообще-то. Нет, не на моих, у меня не было тогда в Лос-Анджелесе. Можно девушку подать, я вам шопинг отсюда. Так,
Ты сегодня будешь? В смысле будешь? Вер, ты сегодня будешь? Все, вышка сняли. Не знаю, что я сегодня буду. Вообще-то моя карта. Я могу за серый считаться. Нет, Харрис, диспарат. Мы временно пока что. А все это прошло, да? Можно забирать? На какой парковке ловишь? У меня на 6 этаже. На оранжевой. А у тебя? А тут на ней написано? Оранжевая у меня. А где? Нету, там не написано. Да найдем что. Ты же не смотрела, где у тебя машина. А, подождите, инсту с платьем, я сейчас посмотрю. Когда елка? 12-го была. Мы ходили у нас в доме на елку. Сейчас. Хорошо, чтобы ты знал, в моей ленте Инстаграма только твои фотки. И в моей, Рошан. Наверное, придется отписаться от тебя. Как Кен писал. Черно-белое платье. Черно-белое платье еще я задачу. Я шорты знаю черно-белые. Что это за шорты еще? Ну, какие черно-белые, точно шорты есть. А платье вот черно-белое. Геометрический рисунок с рукавом. А на каком профиле ищешь? В каком ты возрасте? Я уже в том самом возрасте, когда про возраст лучше не спрашивать. Мне не находится, если честно, никакого платья с геометрическим рисунком. Черно-белого вообще нет такого. Да, есть рубашка черно-белая. Вы мне скиньте фотку, я просто не знаю, как тогда искать. Погнали. Все, мы погнали, короче, возвращаемся. Возможно, продолжим.